твою мать, что такое? Блин, где я? Блин, что за... Привет! Блин, Руслан, что, где мы? Ты в поезде, чувак! В каком поезде? Малые тетюши, Москва! Нахрена, куда мы едем? В Москву, чувак, на Асик! Твою, как я сюда попал? Тебя Серега в бессознанке привез, а это пошли покурим. Да твою ж... Ну вот мы и вышли, чувак. Москва. Столица нашей родины. Ты хоть знаешь, куда идти? Понятия не имею. Короче, ты никогда не был на Красной площади, ты должен там побывать. Я был на Красной площади, мне было лет 9, по-моему. Каждый раз, когда приезжаю в Москву, радуюсь, что живу в Казани. Там такой проблемы пока нету. Пушкин смотрит осуждающе. Ёбаный насос, Жора, где ты был? Всем, кто ждет посылок с Эксперта и Ревайнда, те, кто ждет уже больше 2 месяцев, хочу объяснить причину задержек. Дело в том, что Почта России параллельно держит вот такое заведение. Почмейстер, пивной ресторан. В 7 метрах от почты, это объясняет все. Да, задержки на таможне и прочие потери. Лицо этой коровы как бы намекает то, что у нее в жизни что-то не сложилось. Вот это типично бандуровский стиль. Прям вот один в один, только ёжку в руку осталось добавить. У этих коней есть имена. Сергей, Карл, Маркс и третий. Это с легкой примесью ЛСД, видимо. О, господи, господи, чуваки, я нашел камень желания. Теперь любое мое желание сбудется. Так, давай, Руслан. Погоди, погоди. Я хочу найти точку G. Бля! Ах ты, ни хрена себе! Это же точка G! Спасибо, Мина! Я хочу, чтобы Сережа Бандура никогда не стал чемпионом в 1А. Трудно было? Да! Молодец! Тебе нравится твоя супернова? Да, это моя любимая ёшка, это моя первая ёшка такая была. А теперь 2 будет. Скажи, всем жир, пацаны. Что? Всем жир, пацаны. Всем жир, пацаны. Да, спасибо.
Not a good hairstylist.